Яндекс Ньюс. Сегодня днем, примерно в час дня, мне позвонил мужчина. Представился, что он военный из Садовского полигона. Сказал, что на мой участок упал снаряд. Произошло возгорание, появилась воронка. Пожарники тушат. Все в порядке, чтобы я не волновался. И сообщил, что по поводу претензий обращаться в Министерство обороны. Вы поехали? Я приехал сюда, увидел, что здесь пожарные тушат, возгорание, сгорел лес, там есть яма, воронка. Ну вот, как бы такая ситуация. Мы тут планировали, в общем-то, когда-то строиться и жить. Теперь будем очень сильно думать. Вокруг вас есть тоже дома? Да, тут не поселок, тут хутора, но в радиусе 100-200 метров есть дома, и довольно-таки много. Вот соседи тоже тут подошли, так что... Довольно-таки небезопасно. Было что-то раньше похожее? Такое? Учения проходят регулярно, но ни до кого, ни до чего не долетало, слава богу. Известно вам, откуда это все? Нет, неизвестно. Ну, я предполагаю, что с той стороны, со стороны полигона. Вы общались с пожарными, что они говорили? Пожарные сказали, что их вызвали ориентировочно в час дня тушить пожар. Больше никаких комментариев. Что вы собираетесь делать? Я собираюсь написать в полицию заявление и потом посоветоваться с юристами, что как можно решить этот вопрос. Šodien brīvdienā bijām ārā ar mazais puika, 3 gadi pagalmā bijām, kad bija tāds sprādziens, kāds, nu, ka pilnīgi jūtams, ka tepat blakus, un mēs jau tad dzīvojam jau ne pirmo gadu, un zinām, kādi ir sprādzieni visās mācībās, visās NATO mācībās, un viss kādi mēdz būt sprādzieni, bet nu tāds kā šeit, tas skaidrs, ka te ir iekritis pagalmā bez maz vai lādiņš, un pēc tam izcēlās dūmi arī, un no mājas 100 metri bija nokritis lādiņš, nu, un... Zvanījot kaut kur? Nē, nezinājām. Bet galvenais jau tajā no atbraucas, no galvenais jau, kad mazais puika bija ārā un viņam reāli trauma tā ir, jo viņš bija pilnīgi panika. Nu, es pieaudzu cilvēks, es sapratu, ka tas ir, nu, tikai skaņa, bet viņš bija tā, ka viņš acis liels un viņš vispār nesaprata, ko darīt. Viņš skrēja vienkārši kaut kur. Nu, mēs jau šeit mums ar kaimiņiem ir vienošanās, mums ir pastaigu loks praktiski tieši caur to vietu kopā ar maziem bērniem, kur nokritusi bumba. Tas ir, man liekas, ka tas ir vispār bišķiņ, tas ir armija, jābūt, man liekas, ir bišķiņ profesionālai vai jāsaprot vispār, ko viņi dara. No šitas nav normāli. Sen jūs? 6 gadi, jā. Un bieži jums tas pradzīja? Nu, mācības ir mācības, es saprotu, mācības ir viss normāli. No privātajām teritorijām ir buferi josla, kas ir vismaz kilometrs šeit taisnā līnijā, un tie sprādzieni, kas ir, nu, mēs viņiem sadzīvojam, un visi kārtībā, bet šis jau ir pilnīgi skaidrs, ka nu, nav bijis ne tā plānots. Neparedzēts. Nu, man arī gribētos zināt, kas tad un kāpēc tā ir noticis. Ko jūs domājat tālāk darīt? Rakstīt, varbūt? Nē, nu, tā padās jau, kur kaimiņi pieteikam lielu, nu, cik es saprotu, man galvenais, nu, gribētos kaut kādas atbildes, kas ir noticis un kāpēc. Nu, jo tā galvenais ir tas, mums aug bērni, un privāti īpašumā gribētos justies droši, lai mūsu armija būs nenošauj. Nu, tā kā tā, tas būtu tā bišķi, nu tā vienkārši, gribētos palikt dzīviem savā pagalmā. Nu, tik daudz. Da, naš участок граничит с участком пострадавшего. Вы приехали сюда, вас вызвали? Да, позвонил сосед, сказал, что попал снаряд, не могли разобраться, в наш ли участок или в участок вот Евгения. Вот поэтому нам пришлось тоже приехать, чтобы понять все-таки, кто пострадавший, мы или Евгений. А вы участок давно купили и с какой целью?
Мы купили с целью построить дом. Мы, да, планировали... Давно уже? Годы. До кризиса мы купили. 7-6 год. Ну, у вас планы построить дом здесь и жить, правильно? Да. Или уже планов каких нет после этого случая? Конечно, теперь уже очень надо подумать, потому что ситуация... Нет никаких гарантий, что ситуация не повторится. Опасно. Ну, вы жить хочется. Испугались? Какие у вас чувства возникли? Вот вы приехали? Чувства смешанные. И чувство страха, и чувство какого-то разочарования. Потому что понимаем, что жить уже не хочется здесь, хотя место чудесное. Но у вас участок уже довольно давно, таких случаев же не было. Не было случаев. Вас не смущали, вот, что тут выстрелы, там, может быть, где-то какие-то? Мы ни разу не слышали. Может быть, мы не приезжали здесь ночевать или не приезжали в то время, когда проходят учения, но мы не слышали этих выстрелов. Хотя по рассказам, да, соседи, что постреляют, а потом тишина. Пусть эти руки.